Всем привет, с вами снова я, Лего Макс. И сегодня будет, ну, нестандартное видео для моего канала. В общем, сегодня я сделал обзор на селфи-палку. Селфи-палку, о боже мой. Вы мне скажете, Макс, как бы все селфи-палки одинаковы. Зачем тебе обзор сделать? Ты что, скатился? Ну нет, просто... В общем, мы с родителями купили более технологичную селфи-палку. И, в общем, давайте уже будем приступать к обзору. Итак, ребят, вот уже перед нами упаковка с селфи-палкой. И давайте уже будем приступать. Начнем, пожалуй, с коробки. Вот тут уже сразу показано, как она выглядит. И ее даже можно вот так вот открыть. Ну, тут вот пару фото и сама селфи-палка. Вот так вот, кстати, продавец может вам прямо показать функции. Ну или если хочет все-таки ее выдвинуть, то все-таки достанет. Ну как по мне, вот это тоже неплохо. А тех давайте сейчас ее достанем из упаковки. Итак, палку я уже достал, но давайте еще немного детальнее покажу вам коробку. Итак, в самой пластиковой упаковке, где хранится палка, были две инструкции. Так, вот эти инструкции, но мы с родителями их уже прочитали и уже... Понимаем, как она работает. Ну, а теперь давайте к самой селфи-палке. Вот она такая у нас красивенькая, белая и гладкая. И, окей, так. Давайте, вот, она отсюда раздвигается. Ее длина примерно составляет 60 сантиметров. Я посчитал там, вот. Во весь рост ее выдвигать не буду, потому что, ну, она не поместится. Итак, вот, тут уже сгибается. А вот сюда мы можем... Так, сейчас как-то трудно... Тихо. Вот, вот сюда мы можем вставить наш телефоночек. Вставляется он вот, вот так вот, чтобы не придавить его случайно. Итак, а теперь давайте к функциям самой палки. Итак, чтобы ее включить, вы должны подержать немного эту камеру. Примерно 3 секунды. Если вот загорелась зеленым, значит она начала работать. Итак, это в принципе вся функция вот этой кнопки. А, точно, нет. Когда вы вставляете туда телефон и подключаетесь, то вы можете сделать фотку, просто нажав на эту кнопку, и все. А вот это вот, если вы хотите в темноте что-то сделать, либо фотку, либо видео. Уже смотрите, нажимаем вот на эту лампочку, и опа, у нас появляется свет. Всего 3 функции света. 1, 2, 3. И на четвертый раз палка уже выключается. То есть вот, вы можете даже в темноте фотки такие делать. Либо это можно использовать, не знаю, для чего-то, да. Ну, в общем, вот такой у меня был обзор на селфи-палку. Если вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!